Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, у нас началась третья неделя 17 сезона. Да, смотрите, что у нас открылось. У нас открылся подвал. Вот это да! Здесь также человек валяется. А, я думал, у него разбита голова. Это девушка с красными волосами. Ай, а я наоборот подумал, правда. Ладно, я тут пришел, думаю, немножко полутаться. Оказывается, у меня тоже третья неделя. Давайте сейчас я все почищу. У меня просто огнестрел весь закончился. Я пошел выполнять задания рейдеров и наткнулся вот на эту вещь. Ё-моё, что здесь сейчас меня ждет? Я не знаю. Сейчас вместе с вами тогда спустимся вниз в подвал и проверим все сами. Я, конечно, друзья, сначала это все проверю, все подлутаю. Хотя, что мы лутать будем? Поехали сейчас. Мне все-таки интересно, что там внизу. Так, друзья, здесь бледный зомби стоит. Я уже его вижу. Вот он стоит. Я очень мало с собой взял огнестрела. То бишь, вообще нифига не брал. Все, что у меня есть, это вот этот пистолет и этот калаш. Если что, я, конечно, сбегаю до дому. Я не был готов, чтобы сюда спускаться. Хорошо, один убит. Здесь у нас стоит электричество, то есть мы туда никак не можем попасть. Мы можем войти в воду, но мы, но мы получим огромный электрошок, наверное, от этой воды. Давайте пойдем в эту дверь и посмотрим, что там. Ну-ка, открываем двери. У нас здесь пока что все пусто. Подача электричества отключена. Хорошо, а здесь она тоже отключена? Тоже отключена. Тогда мы здесь можем... А, недостаточно энергии. Ну ладно, ладно. Так куда ты бежишь-то, чувак? Что, не видишь, что ли? Хорошо. Также у нас есть там уже, с той стороны, смотрите, это какая-то шестеренка. Тоже, наверное, электричество отключать будем. Заходим сюда, и тут у нас уже бледные зомби. Ва, нифига себе. Ну тут видно даже, что два бледных зомби как раз в кровати стоят. Умывальники всякие, да, посуда. Значит, что-то сейчас здесь будет. Или, скорее всего, будет главарь какой-нибудь. Ой, тут еще и бледный толстяк есть. Ну да, бледный толстяк пока замах сделает. Опаньки, смотрите. Здесь уже стоит электричество. Есть сундук. Стоит свет. Видите, лампа такая стоит. Видно ведь мышку хорошо, что видно. Здесь она... О, электричество мы выключаем. Все, да? Можем облутать сундук. Давайте облутаем этот сундук. А вот мне интересно, после этого, вы видите это? О, электромотор сердца каждой машины востребован добытчиками Эхо-1. Ё-моё, это новый. А, я понял, для чего он. Блин, я только вспомнил. На объект Эхо-1 он нам нужен будет. Все, теперь мы можем лутать его. Это будет бомба. Там новые строения у нас сейчас тогда появятся. Отлично, здесь кто у нас бледный? И еще один бледный. Ага, тут у нас уже какая-то, друзья, комната такая, смотрите, что-то выращивают. Видите, да? Вон, что-то выращивает здесь, а у нас уже, ой-ой-ой. Уже стоит баллон, кстати, баллон я заметил. Не знаю, заметили вы его или нет. А, чё надо? Требуется генератор. Вы чё, шутите? Мне сюда надо тащить генератор? Я не знал об этом, друзья, мне нужен генератор. А как я его сюда принесу? Да, я вторую часть уже нашел. Круто. Это просто круто. Это мне не надо, это мне тоже не надо. Я не собираю такого. Оу! Не ожидал тебя здесь увидеть. У, нифига, я напугался. Жалко, что так выходит. Но ты слишком что-то там... Кончайте с ним. Вау, друзья, по-моему, сейчас меня убьют. Я реально так напугался, нифига себе, я не ожидал их вообще здесь увидеть. Вай! А чё за трупаки? А где я вообще нахожусь? Фу, смотрите, здесь трупов так как много. Ё, просто... А меня не убили, меня даже не дотронули. Меня просто раз... Так, с того света сбежать из лагеря. Ну как бы сбежать, это не беда ведь. Меня же не видно в кустах. Ой, рейдер бежит. А в смысле, ты же меня в кустах не видишь? Или видишь? Угу. Смотрите, какой у нас странный дом стоит. Ничего не обозначает... Ой, блин.
не нами... Ой, как? Не напоминает, запутался. В слове запутался. Ни на что не напоминает этот дом. Да, друзья, это со старой фермы у нас дом находится. Я все заберу с собой, потому что это все мне пригодится, кроме вот этих увыщей мне не надо. А я думал, сделают второй этаж. Смотрите, он до сих пор завален. Угу. Рейдер. Если я сейчас встану, он меня заметит. Давайте подождем немножко, чтобы он ушел. Я открою этот. Хотя, что мне тут ждать? А я все равно не встаю. Ва, нифига себе. Ладно. Тихо, тихо, маленький, отдыхай. Жалко, что их лутать нельзя. Вот это, блин, вообще-то не очень интересно так. Сбежать. Ну, как бы сбежать, я уже практически сбежал. Вот там двое стоит. У меня калаш на той поре сейчас то сдохнет. О, нифига их тут, слушайте, ничего себе. Давай, 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 давай. Молодец какой, жалко, жалко, что они не лутутаются. Но здесь, смотрите, есть какой-то сундук огромный. Его нам надо будет сейчас проверить. Оказывается, друзья, в кустах они вас не видят, нифига. Отсюда можно просто сбежать, наверное, и... Никого не трогая. Да ладно. О, мой этот чоппер стоит. Классно. Этого мы убираем потихонечку. Опа. Облутать сможем? Да, я облутываю. О-о-о! Если там сейчас третья часть будет... Тихо, 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 тихо. Тихо, я заметил, там шел рейдер. Там шел чувак. А че он остановился? Блин. Я зря, наверное, прекратил. Если он сейчас обратно пойдет... Да, он обратно пошел. Друзья, давайте сейчас по-быстренькому проверяем машинку. Давай, быстрее. Как-то быстро... Ой, тьфу ты, быстро. Как-то долго это все делать. Воу, нифига себе, я нашел целый глок. Масло мне не нужно, это растительное. Я не беру это масло. Оно мне никуда. Что я делаю? Я хочу посмотреть, что у нас еще за два рейдера здесь стоят. Давай, 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 давай. Они с дубинками. Ой, они какие-то, знаете, они беспонтовые вообще, эти рейдеры. И сейчас исчезнут. Ну, блин, как-то это неинтересно. Здесь у нас также стоит еще один. Не понял. А как это так? Он что, он вкопанный, что ли, был? Я его стреляю, ему пофиг веники. Хорошо. Также есть у нас... Ой, друзья, нифига их тут много как бы. Очень много. Вот это да. Я думал, там уже... Ну там, да, там видели, там уже выход есть. Но я хочу всех перещелкать, посмотреть, что интересно еще надыбаем. Тут очень хороший лут попадается. Я этот лутец сейчас с собой заберу. Нафиг. Я здесь ничего не оставлю. Здесь можно пройти? Нет, здесь тупик. Давайте сейчас с другой стороны зайдем. Ой, да ладно. Пока в траве бегал, обостялся. Хорошо, самое главное, чтобы я еще не завонял. А то это будет уже проблематично. Хорошо, хорошо. Заходим. Рейдер, здорово. Я, конечно, зря, наверное, на них трачу свой глок. Вот этот пистолетик. Но пистолетик мощный. Просто у меня больше ничего нету, друзья. Вообще ничего нету. Из огнестрела как бы есть. Я тут подумал. Чё ты там подумал? Чтоб тебя грохнули? Ну все. Я всех поубивал. Тут никого больше нету. Рейдеры исчезают потихонечку. Ну что, друзья, возвращаемся обратно тогда на карту. С того света. Ва, это база какая-то была. Нифига себе, меня отсюда телепортировало сюда. А в итоге у меня же там остались лутецкие. Подожди. Блин, дурак, надо было домой за генератором сходить. Надо было-то домой за генератором сходить. Ай-ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, сейчас тогда посмотрим. Мне надо весь лутецкий вывести оттуда сначала, для начала. Вот так вот я сделаю. Спустимся еще разок в подвал. Посмотрим, что там да как. Если можно вообще спуститься сейчас будет. Активируемся здесь. Этот сундук я проверял. Видите, я тут еще не до конца всех убил. Что-то я болтики не дозабирал здесь. Беда. Здесь никого нету. Здесь у нас стоит мужчинка, который сейчас крякает. Все проверяем, все забираем. Угу. Что у нас вот в этом трупике? Здесь ничего нету, да? Хорошо. Давай, 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 давай. Молодец какой. Блин, там толстый стоит. Это беда будет с толстым. Толстый, блин, какой-то бронированный. Гранаты дают хорошо вообще.
Ти-тири-тири. Круто, я попал направо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. Сейчас потихонечку. Но он вот этот пистолетик по 30 хп снимает. Очень топовый. Опа. Хорошо, я вернулся обратно. Я хочу забрать все лутецкие. Блин, да как так-то? Вы что, издеваетесь, что ли? Вот так вот тогда еще. Вот этот сундук надо проверить. О, титири, нифига себе. И я хочу спуститься еще разок в подвал. Да, в подвал можно спускаться теперь. Все, ну я так понял. Чтобы нам активировать вот эту дверь, недостающую, нам нужен генератор, который находится совсем вот в той стороне. Сейчас мы добежим, друзья, туда еще разочек. Сейчас вот так вот, хопа, у меня здесь... Я реально не ожидал, что сзади меня три товарища будут стоять. Я напугался важно. Генератор. Требуется генератор. А как генератор? А я не понимаю, я с генератором смогу сюда спуститься, что ли? Что-то немножко я не вдупляюсь. Я понял, а что там вот за этой дверью? Я как бы ничего интересного там не вижу. Ни с этой стороны, может, с другой стороны есть что-то интересное. Может, там сундук стоит, а мы его не видим. Да, блин. А мы его не видим? Сейчас посмотрим, ладно. Генератор, вот это да. Что вот там находится? Не знаю, что там, друзья, такого интересного может быть. Вот здесь сундук какой-то стоит. Вот здесь в углу сразу. А больше ничего такого не вижу. И вот тут какой-то, не знаю, алюминиевый что-то такое. Серебряный такой. Ладно, побежали тогда сейчас домой. Отнесем все вещи. Прибежим. Да-да-да, генератор. А генератор у меня дома есть генератор. Стоп, а давайте попробуем сейчас генератор взять, привезти сюда и посмотреть, мы сможем ли спуститься вместе с этим генератором или нет. Вернулся я уже обратно, вот уже генератор у меня на багажнике стоит. Ой, а что, я там одного зомбика не убил? Угу. А можно я здесь выйду? Здесь, наверное, и выйти нельзя. А нет, можно выйти, хорошо. Я, конечно, огнестрельчику немножко взял побольше, вот так вот. Но еду и все остальное барахло я скинул. Смотрите, что у меня находится в инвентаре, друзья. Нет, нифига, генератор, друзья, здесь нельзя снять, никак. А как быть тогда? Я генератор не могу здесь снять. Может, его просто на улице можно снять будет? Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот я выехал на улицу. Ты вышел там, не? Вышел? Нет, друзья, генератор нифига нельзя никак забрать. Значит, генератор будет здесь, на этой территории находиться где-то. Я не знаю, правда, где... Здесь зомбаки еще также есть, которых я не поубивал. Да давай, 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 давай. Вот молодец-то какой, медленно стреляешь. Где вход? Вот, видите? Короче, толком я не могу нифига сделать. Может быть, там есть он, генератор где-то стоит. Ну, по крайней мере, я нифига не видел. Не буду этого зомбака убивать. Он мне незачем просто, не нужен он мне. Вот так вот, все. Уходим отсюда тогда. Поехали сейчас на объект Эхо-1 и посмотрим, какое у нас там добавление. Ну, хотя мы и так никак не посмотрим, потому что у меня четвертый... Ой, а здесь какой-то чувак стоит. Ну-ка. Не понял. А чё он тут стоит? Ладно, у этого задание есть. Вот тут чувак стоит. А это кто такие? Мы взяли этот периметр под свой контроль. В смысле? А вы кто такие? Угу. Они... О, они ходят, смотрите, нифига себе. Чё тут, что за странный звук? Или мне А, так это этот, это не то, это мерещится. Если мерещится, иди крестись. Ладно. Давайте вот это активируем. У нас есть уже... А, 5 штук надо, вау, так а у меня-то нету 5 штук, варим, вот это да. Нафига я сюда пустыми руками приперся тогда, означается. Я сюда пришел с пустыми руками, блин. Черт. Сколько у меня? У меня 2 штучки, надо, блин, за гуманитарный груз это все проходить. Ладно, друзья, тогда что мы делаем? В следующем видео мы с вами будем пробовать уже все вот эти новые... За четвертый, за апгрейд 4-го станка уже будет. Да, у нас будет последний.
Значит, это уже будет потом, друзья. Сейчас у меня ничего не получится. Уай. А я уже поторопился, думаю, уай, сейчас пойти немножко постоять с вами. Я еще изоленту дома забыл. Молодец какой. Сколько я могу? 16 ставить. Когда я сделаю вот эту вещь, я, друзья, сделаю ее, не переживайте за кадром, но сделаю, то мы с вами вместе будем уже стоять на экстракторе номер 4 и посмотрим, как он будет фармиться. Я бы постоял бы сейчас, но не хочу. Правда, не хочу. Тем более у меня чувак, он пить и есть, и все, и в кучу сейчас захочет. Ладно, давайте, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Кому понравилось это видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.